Не мешайте людям думать о вас так, как им захочется. Может, это утешение для них? Мнение о вас у них упрочится, даже если поводов для этого не будет никаких. Люди склонны рассуждать в угоду самомнению. Чаще судят по себе или создают клише. Придают в глазу соринке грандиозное значение. Верят сплетням, на своих ушах лапше. Говорят о вас лишь потому, что интересны вы для них и ваша удивительная жизнь. Дни их все скучны и очень пресны, а в твоей для них так много новизны. А чего и нет, они додумают. Лучше знают вас, кто, когда, где. Нет у них ни сострадания, ни юмора. Скрыться не получится от них, они везде. Говорят, собаки лают, караван идет. Все о вас узнают задом наперед. Вы не обращаете на таких свой взор. Это уж поверьте, только их позор. Не мешайте людям думать о вас так. Это ваша жизнь. Помни, как-никак. Пожелаем счастья и добра вдогонку. Пусть не будут люди человеком, волком.